Приветствую вас. Для детей вообще, для детей в контексте примера, который подает родитель, важна конгруентность скорее и в большей степени. Нежели чем все остальное. То есть, если вы, к примеру, хотите подать пример своим детям, хороший пример своим детям, то вам нужно быть именно конгруентно, скажем так. То есть, чтобы внутреннее соответствовало внешнему. Не наоборот. Это важно. Другой вопрос. А зачем вам подавать хороший пример детям? Другой вопрос в том, почему вас это так волнует, почему вас это беспокоит. Может быть, есть какой-то ваш собственный конфликт, может быть, есть какой-то ваш собственный там страх, например, что вы чего-то не сможете, что вы с чем-то не справитесь и так далее. Чему вы способны научить своих детей на самом деле? Так это тому, что оценка других людей важнее, чем их собственные чувства, их собственные, ну, условно говоря, желания, их собственные потребности и так далее. Вот этому своих детей научить вы можете, но не более того. Вот. И, соответственно, вам самой крайне желательно для себя определить, почему мне так важны оценки. Ну, были у меня тройки, к примеру, да?
Ну и что? Главное ведь, чтобы я хотел заниматься тем, чем я занимаюсь. Разве нет? Главное, чтобы вам было интересно то, что вы делаете. Разве нет? Ну, погоня за оценками ничего хорошего вам не даст. Вот. Другой вопрос, что вы не уверены в себе. Другой вопрос, что вы сомневаетесь в себе. Вот. И это предмет для индивидуальной работы. Как мне кажется, вы слишком сильно ориентированы на других людей и крайне мало ориентируйтесь на себя. В этом и заключается ваша беда. Как только будете лучше ориентироваться на себя, только будете лучше чувствовать себя, слышать себя, то и ситуация сразу наладится. По крайней мере, так мне это видится. Конечно, я могу ошибаться здесь, как и любой человек. Но ошибаться я могу в нюансах, но не, скорее всего, в самой сути проблемы. Так что выбирайте себе психолога и начинайте работать с ним, с психологом по этому направлению, которое я вам обозначил. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет себе разобраться. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.